Так. Да. 3 гиги все-таки убили двух рексов. О, почти. 2 рекса. Интересно, да. Ну чё, рексы? Пофайтимся. Вроде они на меня идут. Так, надо переплыть. Просто по-другому тут никак. А то они нас просто загасят. Рексы, рексы. О, переплывает. Так, идем вперед. Ой, блин, я ошибку совершил. Надо было через себя пропустить. Блин, наверное, и сломался. Да уж, ситуация печальная, мне кажется, сейчас выйдет. Не, надо уходить. Уходим. Тот сейчас будет на меня идти. Блин, можно было через себя пропустить, в принципе. И надавать ему хотя бы там 5 укусов. Ну ладно, немножко побегаем с этими рексами. Ну чё, Рексик? Судя по окрасу, что у них одинаковый окрас, то это все-таки клановые игроки, мне кажется. Так, ладно, немножко сейчас побегаем с этим Рексом. Сейчас попытаюсь сделать так, чтобы тот Рекс встал. Нам надо сейчас минимум получить укусов, минимум. Что на самом деле очень трудно. Вы, наверное, заметили, как Рекс быстро переплывает. На самом деле у Рекса на спринте очень хорошая скорость в воде именно. Он спринтует в воду. Вообще второе место он после Карна занимает. Поэтому даже учитывая преимущество спинозавра, все равно, если вы хотите файтиться, допустим, на спинозавре с Рексом в водоеме, где очень маленький, то это не хорошая идея. Потому что просто пробегами Рекс начнет вас убивать. И даже вода не спасет. Так. А, тот встал уже. Сейчас нам надо контролировать стамину. Немножко отрегенимся. Охо, Рекс. Так, немножко стамину отрегеним. О, и
Тут два Рекса. Ну чё, Рекс? Не поплывешь за мной? Не хочешь поплыть? Так, встаем. Теперь файта нет. С чего ты взял? Анимация не прошла у тебя до конца. Не завершилась. Файт считается законченным, когда анимация полностью завершилась. Когда он все стороны сели. А не так, как вы считаете. У нас перемирие. Нет. У вас нету перемирия. Все на записи. Thank you.
Thank you.